ребята, с вами я, Александр Радяев. Сегодня мы с вами вновь в солнечном Крыму, в городе Севастополь. Сейчас мы находимся на пляже Хрустальный. Месяц назад я уже вел съемку, показывал его состояние, когда он еще не был готов к туризму, когда здесь еще не было отдыхающих. Здесь полным ходом шли реконструкции, полным ходом были восстановительные работы. Но и хочу показать вам, как сейчас выглядит этот пляж спустя месяц, когда уже начался туристический сезон. Сегодня 20 июня. Как выглядит этот пляж сейчас? Сейчас пройдусь, расскажу и покажу вам, как этот пляж будет сейчас, 20 июня. Уже работают все экстренные службы. Открыли медпункт, есть охрана. Должна присутствовать администрация пляжа, к которой можно обратиться, если у вас возникли какие-то непредвиденные ситуации и вопросы к ней. Здесь все копали, вложили новую плитку. Кафешек еще даже не было. Все только открывалось, строилось. Уже отдыхают люди. После непогоды, которая пару дней назад здесь свирествовала по Крыму, я бы не сказал, что здесь до сих пор еще сейчас много людей отдыхающих. Это было видно с моря. Туристов гуляющих просто много, а вот отдыхающих и загорающих на пляже не так уж и много. Водичка еще достаточно холодная, где-то 18-19 градусов. Здесь что-то еще в мешках уложено, какой-то раствор, песок, видно, еще строится, ремонтируется. Еще одна кафешка, которая функционирует. Ну вот на месте самих гостиниц еще идут стройки у нас. Еще строительный мусор присутствует. Так что еще не успели, можно так сказать. Еще, кстати, стоит обратить внимание на то, что здесь не везде присутствует плитка. А где она присутствует кусками. Сам по себе пляж Хрустальный очень своеобразный пляж Севастополя. Это такой дорогой отдых, который может позволить себе не каждый. Из-за того, что здесь гостиницы и номера в них довольно-таки дорогие. Но известен он тем, что сам пляж уложен плиткой, и эту плитку каждый год, из года в год, смывает при каждом шторме в море. Ну, наверное, не могут найти никакие еще лучшие выход из ситуации, и все равно кладут эту плитку. Каждый раз проходит шторм, и все равно ее смывают. Вот так выглядит часть пляжа. Где гостиницы, где номера. Вот так вот. Пляж Хрустальный, южная сторона города. И наблюдаем здесь вот такую вот картину. Осторожно, не подходить, опасно для жизни. Падает стекло. Вот так вот и отдыхать. Сейчас пойдем на саму набережную, покажу вам, как сама набережная, что там творится. Как и видно было, когда мы плыли на катере с моря, там тоже не везде присутствует плитка. Так что можно сделать вывод, что не успели подготовиться, или не хотели подготовиться, или, может, были научены опытом прошлого сезона, что они вложили деньги, а из-за вируса всяких туристы сюда не приехали. Поэтому в этом году не очень хотели вкладывать ту же денежку.
По самой набережной в конце дороги вдоль отеля перегородили дорогу, здесь построили такую зону лежаков и бассейна, который сейчас находится слева от меня. Здесь раньше можно было пройти вдоль отеля и выйти к самому морю. Сейчас убрали этот проход в конце, нужно немножко дальше нам вернуться, то есть назад точнее вернуться и спуститься к набережной, к морю. Здесь построили такую вот зону из пляжика своего такого бассейна и лежачков. Ну ничего, в принципе, кому-то может быть нравится такой отдых, лежать на лежаке у бассейна и смотреть на море, на Севастопольскую бухту. Мы тем временем вернулись немножко назад, на метров 50 где-то. Поснимал вам бассейн, показал, как он выглядит, как это вот зона блин сейчас. Красиво, конечно, сейчас закат, солнышко садится на Михайловскую батарею, на Константиновскую батарею. Вид на саму бухту Севастопольскую на закате. Дело вообще шикарно, конечно. Я не знаю, насколько, точнее, мне не сказали, платно это, не платно или это только для тех, кто снимает здесь номера в отелях. Ну, такое, на любителя, конечно. Кто-то любит лежать, кто-то едет на море, чтобы полежать на пляже, покупаться. Каждому свое. Сейчас мы гуляем по самой набережной. Сейчас покажу вам, как выглядит сам пляж хрустальный. Это дальняя его часть. Ну, а немножко, если назад вернуться, там, конечно, такое себе там плитка не очень. Если здесь за мной видно, плитка еще уложена, культурно, красиво все, то там что-то они или не успели, или не хотели успеть.
мы где-то половину пляжа хрустального. Показал вам все в реальном времени, как происходит по состоянию на 20 июня это все. Показал вам то, что еще до сих пор приводят порядок, наводят красоту. Красят ларечек, точнее, девочка рисует в нем красивые рисунки. Ну а лежит плитка, которую не успели все-таки положить. Которая все-таки здесь присутствует, которая, не знаю, может быть, она запасная, конечно. Ждет очередной непогоды, когда очередной раз эту всю плитку, вот эту всю плитку смоет в море. План какой-то, задумка такая. Но, тем не менее, так оно и есть. В большинстве, ну, где-то 90% здесь можно отдыхать спокойно. Кому нравится, может растлить постилочку или взять в аренду лежаки, поотдыхать. Ну, а ни песка, ничего такого нету. И сам спуск в воду, и сразу идет срез и вода. Здесь нет никакого захода такого здесь. Зайти в воду можно только с помощью лестницы. Подошли к берегу, спустились по лестнице, все, покупались, поднялись по лестнице, поднялись вверх. Кому-то нравится, кому-то нет. Водичка сюда чистая. Ну, я не знаю, насколько теплая или нет, сам здесь никогда не купался. Но даже зимой, даже весной и осенью здесь купаются пожилые люди, которые любители закаляться. Ну да, вот, конечно. Все зависит только от вас, можно и летом, и весной, и зимой, и осенью купаться. Каждому свое. Ребята, у нас вышел сегодняшний репортаж, показал вам, как выглядит сейчас пляж Хрустальный спустя месяц, как его начали реконструировать, восстанавливать. Положили плитку, но плитку успели положить, к сожалению, не везде, еще присутствуют места и участки, где ее нету. В принципе, открыли много кафе, много всяких там развлекательных мероприятий, там есть всякие батуты, музыки, всякие там аниматоры, любой каприз за ваши деньги.
Ну а сам пляж не успели привести в порядок, к сожалению, увы. Делайте вывод сами, приезжать сюда отдыхать или нет, но тем не менее, вполне комфортно, отдохнуть здесь можно. Я думаю, никто не пожалеет, если не придираться к таким маленьким «но», маленьким нюансам. Кому понравилось, поставьте лайк под видео, подпишитесь, конечно, на мой канал. Я вам показал и рассказал то, что вижу своими глазами в реальном времени. Спасибо всем. Пока.